Проїзд у громадському транспорті Кривого Рогу подорожчає. Про це заявив заступник міського голови Олександр Катриченко. Каже, підняти тарифи попросили самі перевізники, адже останні два роки ціни в місті не змінювались. Так, проїзд у маршрутних таксі подорожчає до 5-6 гривень, в електротранспорті – до 2,5. Ситуація виключно винуждена. Для того, щоб соблюсти всі норми, всі требування, на сьогоднішній день запущена регуляторна процедура. На протяжении ближайшего месяца после публикации, сегодня прошла публикация проектов решений по этому поводу, на протяжении месяца будут собираться предложения, будут проводиться общественные слушания. На выходе должен получиться проект решения, или уже само было принято решение о корректировке пересмотра. Подорожает энергия, подорожал бензин, подорожали все запчасти, то есть вынуждено нужно повысить тариф. Но подорожало оно и для людей, тут нужно вот смотреть. Не обидеть людей, не обидеть перевозчика, и чтобы предприятие не работало в убыток.